Мунгалжар. Твердый попался, блин. У нас тут на сыпке. Что-то у нас в октябре. Мягкая, пористая, жирненькая глина. Это легкая, жирная, кстати. Тут у нас розовая узбечка. Я ее тоже обожаю. Так, тут у нас было. Тут у нас туркестан серый. Соленая, слабосоленая. Жирная. Слоистая. Из глины обычно слоистая, это уральская. И по мне туркестан серый. Дальше у нас Астана розовая. Тоже такая слабосоленая. Немного жирная глина. Глина сердца. Кыргызстан. Мне уже с ней очень понравились киевские глины. Вот это, допустим, фисташка. Она мне очень понравилась, как семечка. По цвету можно написать серый, но она вообще другая по структуре. Что еще у нас тут палочки, кстати? Всем привет! Сегодня у меня на обзоре песчанка и розовая узбечка. Песчанка. Она ни в коем случае не песочная, как думают все по названию. Не прям такая твердая, более такая сливочная. По мне вкус пыли, дождя. Розовая узбечка. Она такая хрустящая, жирная, сливочная прям. В конце маленькая солинка есть. Если честно, розовая узбечка разная приходит. Иногда приходит такая монолитная, немного песочная, иногда вот такая чистая, гладкая.